Нет, не швея. Ты с мечом обесценил вообще все. Танцы — это не работа, это хобби. Причем здесь танцы? Он спросил, чем занимаешься помимо бига. А-а-а. То есть ничем. То есть ничем. Уже дома не бываю почти. Для него это должна, походу, пару дать. Сутки. А, это сутки через трое, да? Да. Все нормальные женщины, блядь. Работящие, блядь. Спасибо. Коров не доят. Ага. Не то, что ты, блядь, коров не доешь. Какая нехорошая. А вот эту может тоже снять? Смотри. Допилить. Какой? Вот. Отслойка? Да. И вот этот, наверное, тоже. Здравствуйте, ребята. И вот это тоже, наверное, допилить. Давай. Вот этот. Да. Какой? Краешек там сейчас. Угу. Все? Да, я. Это сестра. Подруга. Подруга. Подруга друга. Хуйня. Хуйня, хуйня. Хуйня. Полина, ты издеваешься? Чё ей надо? Трансляция? Она зашла. Я, говорит, выйду, мне надо в магазин, еще там куда-то надо. Она не может, она уже маньяк. Она хочет планы работать. Ага. Я с утра тоже только в трансляцию захожу, Полина тут как тут. Сестра двоюродная. Родные мы сестры. У меня маленькая труба заедет. Ну, вообще близняшки, блядь. Прикольно. Любите близняшек? Сука. Рома, я видео скинул, сейчас зайду. Новые друзья приезжают. Олесь, ну не получается, не получается. Я же просто модели, получается. Ладно, в следующий раз, по-моему. Какой-то дождь. Понимаете, ужасный. Вот. И холодно. Не надо, не все отлично. Господи, как скажете? Не надо, пока так не надо. Как только надо будет. Если что. Мне не дали отопление. Кому-то там дали. У меня холодно дома. Александр, а ты где служил? Во Владике или в Артеме, или в Большом Камне? Почему ты... Соня, мне, короче, да, тут модели... Несколько спрашивал. ...у меня ученицы обламывается. Я, короче, сейчас посмотрю, тебе точно скажу, что да. Соня, давай завтра 24 на 12 часов. Приходи ко мне. Тетя эта модель ответила? Да, она сказала, ничего страшного, мы же, говорит, всего лишь модели. No, love you. Thank you. Клубничка Translation. О, появилась. Ни хера себе. Ну. Стоило перезагрузить телефон. Ну. Во Владике сошло уже отсюда, к ним домой есть. А. Да. Тебя будет кому-то повезет? У нас же в Пентагоне. Срочники. В
Подписываю контракт, должен подписать контракт. А еще есть у нас не только морские войска, но уже есть пограничные войска. Пограничники у нас запустить. Это новая модель часов iPhone. Нет, это Casio. Никак. Всем привет! Пупсики! Алмазиков подкинь. Бобов. Ну, я давно служил, 2001-2004. Мне было 5 лет, когда ты дембельнулся. Всем привет! Ой! Но в 5 лет уже сомневаюсь, что я ходила на горшок. Что ты хватит там на транслейшн? Уровень 6, ну так шибрите тебя, пандалю. Здравствуйте, все хорошо у нас. Спасибо. Работаю. Ага. Очень. Сергей, пу. Что? Ничего не поняла. Чего? Ты скинул? Это планка светит или у тебя вот это серый? Нет, там не серый. Русый волос. Я светлая лица. Да, около лица прям стоит, как будто корень другого цвета. Ну, я же вам знаю. Нет, здесь, да, а единичные такие, как будто белые. Белые. Надо, наверное, окрашено, я может пошкилить. Хорошего дня, спасибо тебе тоже. Привет, Кирилл. Пушки лезут. Пушки ведь лезут, антенки вон торчат. Отсюда. Мальчик.